Сегодня у нас 17 октября 2015 года. Вот мы находимся в поселке Потеряевка, на Скворечнике. Это Игнатий Ильич Лапкина. Голубятня, там делать надо будет. Вот брат Никита у нас сегодня утром заменяет доску. На дому отпала. Вот мы ее отпилили тут с ним вместе. Сейчас он ее будет менять. Он старый, вот она старая, сгнила уже, полопалась вся, негодность пришла. Приходится ее заменять. Доску отпилили и сейчас там старые гвозди сейчас выйдет и будет заменять новую доску. Ну что, гвозди выдернешь, да? Новые. Нет, она к шиферу не прибивается. К шиферу ты не прибьешь. Она к доскам прибивается. К шиферу прибита. Да, нет, она не к шиферу. Сюда перетаскиваешь. Вот так и надо. Вон голуби у Игнатия Ильича летают. Вон они сели. В один ряд выстроились. Это как? Труба привязана к лестнице. Ничего себе. Я думаю, лестницу отвязать сейчас. Да, передвинуть. Сейчас, подожди, я залезу туда. Сейчас вместе посмотрим. Слава Богу за все. О, это Володя. Крыша, отлетела верхняя доска. А на самой верхотуре там сидит Никита Колесников. Вот я бы сказал, будь самостоятельным, начинай все делать сам. Ну, буквально все по частям разложено. Как пилить, показали, гвоздь забивать. Вот что дальше будет. Вот и ползет на заднице. Хорошо, Володя, проверь, пробитый был. Только в шифер, чтобы он не прибивал. А он, кажется, в шифер и бьет. Ну, давай, выдерни. Ну да, я отсюда вижу. Что ж ты ему не сказал, что шифер-то ему не пробить? Да нет, это не шифер, это в дом. Бить надо в коньковый там брус, который идет. Так да, да, попал в него. Ну ладно, давайте. Вот теперь надо, вон там поломано, у голубятни. Вот это вот. Видишь, оторвалась какая. Сначала была одна оторвана, сейчас две оторвалось. Или ее уменьшить, или убрать. Если уменьшить, значит, тогда можно будет как-то встать на перила и сделать. А так высоковато. Это мы здесь сейчас живем, перешли сюда. Виктор сейчас уехал в Барнаул. Сейчас вот поступила жалоба, что потеряевское молоко не скисается. Брали тут, и, дескать, это плохое молоко. Потеряевское – это лучшее молоко. Они скисаются, потому что предварительно убивает в ней все микробы. Кладут в холодильник, начинает кипятить. И то, что здесь на закисание, просто отсутствует. Это же молоко. Тут же беру я у Игоря и два дня. Я его подольше держу, чтобы не скисалось. Добавлять там в воду, когда чай пьешь. Ну и как только нужно, чтобы скислось, я его на предпечек вверху, где дрова лежат сухие. Положил, к утру уже готово дело. Так оно настоящее. Никаких химикатов в Потеряевке не добавляется. Никаких. Случилось однажды там во фляге, как накип получается. Ну, долго молоко бывает, держит. И он решил каким-то химикатом убрать. И то сразу было замечено. И он больше никогда этого не делает. Кипятят, ну, соду бросить.
тщательно протереть, прокипятить, чтобы налет внутри фляги убрать. Молитвенное состояние, всегда молятся, скотина благословенная, на полях. Никакого тут с химикатами комбокора, биодобавок нету. Потеряевские продукты – это самые экологически чистые. Вот так. Вот сегодня отправили машину. Второй раз наша газель ушла в город, увезла помидоры, остальное, что мы-то не можем уехать. Не везут нам ни доски наши, не можем пруды закончить, ни щебень, не можем дорогу закончить. Все оплачено за транспорт, за все, но там какие-то свои запятые. Вот у Игоря фамилия его Картошкин, фамилия интересная как. Взял гречки, сколько-то тонн, на 4 или 40, не знаю, много очень. Ну и говорит, не брал. А записку дал, да это я просто так на бумажке расписался, шутя. Ну вот сейчас на детекторе лжи будут провожать, а проверять его, если он, ну, не покажет там. А что он покажет-то? Ну Игорь говорит, я скажу, что до суда Божия, я на него ничего не имею, он простой Игорь Барабаш. Наша мама говорила, тебя обокрали, не отняли, не отдали. Ты скажи, Господи, прими как милостыню, это будет дороже милостыни. Вот так. Вот проводили утром коров. Вот Исааки идет уже. И какие у нас имена? Исааки. Вот. У Игоря старший сын Терентий, второй Иеремия. Зовут Ерема. Ну, где такие имена? А как? По графику, по святцам, попало на этот день, так и называют. Поэтому, может быть, и пьянь одна растет. Все, Володя, 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 Володя. А князь Владимир-то что? Питье на радость? А Владимир-то мы не знаем. Мы знаем только Василия, когда он крестился. А Василия никто и не знает. Во имя Владимира называют храмы. Ему молятся, как Владимир. То есть язычнику, языческая Русь. Борис и Глеб. Их нет таких. Сыновья его убитые. А кто там? Давид и Роман. Что тут непонятно-то? Никита, я тебя просил, очень осторожно на шифер. Сломал? Тут доска. Ну да, даже доска сломалась. Ну что ты рухнул прямо на нее? Боязно тебя посылать куда-то. Зачем ты так спрыгнул-то? Я ж тебе наказывал ходить крайне осторожно. Это шифер. Очень осторожно. Ну не свое. Не свое, как сквозняк прошел, сломал, не сказал. Дальше потечет, а меня уже нету, я уже смылился. Все время, с утра до вечера я трясу его. К вечеру набирается с полсотни, наверное, замечаний, где, ну, не по-человечески поступает. Почему? Ну, жил бомжом, как говорится. Заботы никакой нет ни о чем. А сейчас я ему говорю, ты все записывай и проверять будешь. С Володей советуйся. На, Володенька, отдаю тебе.